Ты все, семерки. Бегачо. Поехали. Вышли, вышли. Пересаживайтесь. Авангард. Медицинская, кстати. Да, ну да. Там один бинокль сидит, смотрит, второй за пулеметом. Похож на нее. Запад. Примерно под. Кемперс на домах, походу, остановился. Да, плюс-минус. Давайте, мужики, давайте. Американцы, давайте. Справа. 340. Близко. 200 метров убил одного. Да, правильная метка. Браво. Понял. Вижу их. Далеко, 320 метров, 300. Вижу его. Лежит, смотрит там. Да? Угу. Я сейчас убью его. Давай. Слышь, залезай какой-то. У нас. На юго-западе. Убил. Еще одна штука. Хорош. Это другая, далеко пока еще. А ты думаешь, эти же, которые с метки пошли? Не знаю, он был в каске, а этот был первый без каски. Может быть, два отделения. Разли 113-ки. Там же, да? Да-да-да, там же. Походу, севернее будут обходить. Один лежит на самой высоте, нас смотрит под кустами. Справа, слева от того, который до этого стреляли? Слева, скорее всего, я не знаю, по кому стреляли там. Но на самом тупе, по левой стороне, прям под кустами. Еще одна сутринашка едет. А, вижу, кажется. Она, да, вижу. Нет, еще одна к той же. Убил. Точи быстро. А ты. Как тебя? Нас спасут там, нас спасут. Я понял. Я, в общем, меняю Т-шку на М72. Владельцы СПГшки, что ли? Может быть. До берега, да, доходит? Ох, ёпта! Это что? Миномет.
свой. Сейчас метки наш. Уходите, уходите оттуда. 113-ка на юг поехала с высоты по западу. Принято, они снимаются отсюда, давайте за ними. Уже. Актер, ты у дороги, нет? Нет. Ёпта, я уже ушел с дороги. Это враг, блядь. На востоке, на востоке. Убил? Нет, нет, он со скопой. А кто сейчас стрелял? Одиночный выстрел. Это он стрелял. Понял. Он прям за нами получается. Давай, шко надо бы. Кайман живой? Кайман? Вижу, что тренажку на севере стоит. По ней СПГ. Походу мимо, да? Мимо, да. За ней. Били пехоту. Мэтт. Актер. Че, Мэтта тоже прибил, что ли? Что случилось? Да не должен был. Там за речкой... О, на севере? На севере там был выстрел. А, 113-ка, вижу. Она приплыла на 140. Вот тут стоит, возле берега. Ее там, покажется, расстреляли, там один союзник сидит. Но у нее только что дверь открылась. Это не по ней сейчас было? Нет. Блядь, я упал без сознания. Сквозь текстуру, что ли? Угу. Красный ангар, железный, большой. Да, ты прав. Сейчас уберу их. Все. Они, походу, сидели с утренашки все это время, представляешь? Ну, один был справа, тому ко мне лежал. Пока я его выпас, он... Выбежал вообще с ним. Сразу с Марисан тоже. Давай переплывем. То же самое, наверное, получится по времени. Yeah.
Актер. Нет, сейчас посмотрю сначала. Да, вижу там этих пехов у камушка. Смотрит в нашу сторону, теперь сидит. Может, ты видел кого-то? Ну, видел, походу, кого-то, да. Меня в теории мог увидеть. Все, Айдар спалил нашу задумку. Без перерыва теперь смотрит сюда. Да, такие, слева вон, блядь. Угу. Что делаем? Шайтаныч, если ты его видишь, можешь попробовать снять, попробуй. Шайтан, только давай на раз, два, три, блядь. Я готов. Сейчас, одну секунду, траву по себе подмём. Я постепенно подпушиваю. Ну давай, на счёт три, готов? Да. Раз, два, три. Попал, минус. Минус, минус, хорош. Красота, блядь. Шли. Двигаем дальше. Красиво отвалился он так, блядь. Вертушка. Еще один за ним. К вам два верта идет. Вы меня извините, но, блять, я так не люблю, нахуй. Ушло. Ты сбил ему винт задний. Спрыгивает, спрыгивает. Векер сбил Апач. Двор выпрыгнул. Два парашюта.
Ну то, что от Boston Dynamics наушники, это я первый раз слышу. Надо будет посмотреть потом, чего они умеют делать. Они умеют ходить. Ты их походу кидаешь со стола, они обратно заползают на стол, знаешь. Либо коробочки тебе таскают, ходят. Ты их пинаешь. Наверное, я его не мог понял. Есть Monster Dynamics. Вот такие есть наушники, и очень хорошие. Ну, может. Вот Monster Dynamics есть. Здравствуйте. Ну, Monster, Boston. Это Грузик. Это как Skynet и, блин, другая какая-то. Яндекс, ну. Наш, они же американцы. Блин, на этой карте-то ничего толком нету. FPS что-то подсел. Давай на два. Одни поля тут. Высадка, разбежались. Шайтан. Да, да, я слышу. Шайтан, ты в заборчик у дороги? Нет, я в доме. Я возле заборчика. Видишь кого? Пока не вижу. Ой, хорошо. Идем, пока давят, идем. Вижу этого снайпера там. На 20 в лесу. Далековато, сейчас попробую. На снайпере перестрелять может. 700 метров. Тут восточнее, вдоль дороги кусты охуенные. Ранил его, убил. Хорош, проходим. Оп, ответка летит. Там не один. Ну вот я в доме в оранжевом, он тут по мне стреляет. Смотри, в трассера, туда по мне работает сука. У нас сразу противник, ангар с круглым окном. Да. АГ! МКшка, что такое летела? МКшка, там 113-я подъехала. 113-я с севера. Я внутри этого амбара. У нас далеко работает, да? Пожалуйста. А ты ж, блядь. Оттуда ракета летела. О, вертушка сейчас хорошо отработала. Прям по тому снайперу. Так, там снайпер, да, говоришь? Так, мы дальше проходим, нет? Рядом, по дороге идем. Айдар, жди, сейчас приедет медик. Я сейчас шкуру сниму, да, видно будет. Как тебя полечат, потом пойдешь. Вижу, ты заходишь. Возможно, он сделан. Смотри, прочекивай все места. Здесь. Зашел в лес ваш. Отдохнуть надо. Они сейчас фланговать с севера будут. Страшный звук. Американец, слева, на поле. Далеко? А, ты там уже? Хрена себе ты учесал.
Это херня, 320. Вон, вижу, 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 вижу. Это пивац, пивац. Заряжаю, заряжаю. Готов, да. Хорош. О, сразу сгорел, отлично. И валим отсюда сразу. Уходим. Красавчики. В доме вы? Нет. Белый сломанный дом. Нет. Там, кажется, союзник в доме. Справа, который от нас. На углу. А, это враг, враг, ёпта. Сосмавщик. Он не высовывается, можете зайти к нему попробовать. Ранен. Тоже пиздец ранен. Рядом со мной падает. С лыжи минометной, да? Блять, он прям по мне долбит. Я не могу двигаться, если что. Меня сейчас может накрыть миномет. Минус. Смавчик? Да-да. Хорошо. Сколько у него было? 79. Ты работаешь? Да, минус. В тренере. Там эмки катаются, надо сейчас трубу найти какую-то. Пех, пех, вижу, пех, вижу. Где, где? Сзади? Спереди? Да, сзади. На юг вас. Ты по нему? Отсап.
если вы не хотите пропускать новости или анонсы канала, смотреть скрытые видео доступно только по ссылке. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка будет в описании под видео.